Полторы сотни старшеклассников из 11 абаканских школ соревновались в умении правильно и красиво ходить строем. Ребята начали готовиться задолго, с сентября. Ведь оценивали их люди военные, и критериев армейской оценки много. Внешний вид, синхронность в строю, четкость исполнения, музыкальное сопровождение и еще много всего. Борьба идет за необычный главный приз. Победители 6 мая примут участие в открытии вахты памяти в Парке Победы и в других торжествах, посвященных 74-й годовщине Великой Победы. То есть у Вечного огня мы увидим лучшие строевые коробки города. Ну, еще под музыку правильно пройти, правильно развернуться. И, конечно, еще и с оружием, если это, на мой взгляд, это самое интересное такое в строевой подготовке ребят.